Всем привет! Продолжаем прохождение Хогвартс. Мы пришли к профессору Уизли. Сейчас мы ей сдадим. Блин, а так нельзя, что ли, да? Ладно. Ну, смотрите, кошечка. Сиамка, кстати. У меня вот была чисто такая кошка когда-то. Дымкой звали ее. Давай, лелекать с тобой. Да, на тварство. О, сова! Beautiful. Красота! Goodness. Ничего себе! Settle down. Садитесь, settle садитесь! Down. Ома, на урок. Как вы, вероятно, уже устали от меня. Слышите, это точная наука. Чтобы преуспеть в ней, порой могут понадобиться годы и годы. Но не спешите отчаиваться. Трансформировать можно практически все, что угодно. Нужно лишь разглядеть скрытый в предмете потенциал, как вижу его у вас я. Если, конечно, зрение меня не подводит. Итак, вы знаете, что делать. Что делать? А, ну. Так. Слушайте, мы почти все эти заклинания выучили, получается-то. По сути-то. Бабочка. Великолепная работа. Новое заклинание. Так, где оно? Ух ты. Круцио. Кстати, а я его на врагах-то и не использовал. Смотрите, у нас два заблокировано всего-навсего. И мы все открыли, собственно, все заклинания. Безобидных безделушек. Чё, прикольно. Вы хотели обсудить мою успеваемость в этом семестре, профессор? Да, похоже, наверстать программу вам будет несложно. И буду откровенна, у вас есть все шансы закончить этот учебный год с отличием. Задачи оказались полезными. Дополнительные задачи были очень кстати. Так и было задумано. Что ж, похоже, вы неплохо используете возможности вашего руководства для волшебников. Руководство, разумеется, не единственное мира. Слышала, что вам удалось вырастить ядовитую тинкатулу. Вырастить такое волшебное растение – достижение, которым можно гордиться. Спасибо, профессор. Должна сказать, что ваши результаты меня впечатлили, в особенности в свете слухов о вашей неклассной работе. Был ли ваш визит к бывшему мракоборцу в Верхнем Хогсмиде каким-то образом связан с профессором Фигом? Не могу представить, зачем вам это понадобилось. Я не могу ей что-то рассказать. Нет. Вовсе нет, мне просто было интересно узнать побольше о мракоборцах. Мне всегда давал покой значок о мракоборцах профессора. Что ж, я восхищаюсь вашей тягой к знаниям, однако помните, что все уроки руководства для волшебников построены таким образом, чтобы вы получили. Вы не заметите, как быстро наступит конец учебного года. Вам следует хорошо подготовиться. Я проведу итоговую оценку, хочу убедиться, что вы готовы к экзамену. Блин, экзамен? Well done. Могу сказать, что вы неплохо поработали. Еще экзаменов не хватало в игре. Попробуйте на манекене. Сейчас попробуем. Экзамен. Ну вот спей своими экзаменами. О, бочка. А можно еще? А только бочку могу? А могу там бабочку? Почему именно бочку? Не хочу бочку. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Приходится вообще к северо-западному лесу, я все объясню. Хорошо. Опять бочка.
О, мой план со шлемом провалился, но есть еще одна идея. Думаю, мы найдем то, что нам нужно. Иди, ждите меня там и приведите кого-нибудь. Хорошо. Так, ну мы сначала пойдем к Себастину. Блин, дополнительные задания. И чё надо? Что-то случилось? Да, извини, я просто, кстати, я Нелли. Я просто очень рада, что хитроумные ключи появились. Какие ключи? Хитроумные. Теперь ведь наверняка встретились летающие. Какой случай, что бывшая директриса профессор Моу много лет назад заколдовала, чтобы защитить содержимое некоторых шкафов. Профессор Блэк так и не удосужился расколдовать ключи. И раз попробуй поймать такой ключ. Зачем мне это? Каждый ключ приведет тебя к запретному шкафу где-то. Если удастся вставить ключ в замок, это дело непростое. Внутри можешь ждать награда. Хорошо. Что за ключи-то? Конечно, стоит. Кстати, я слышал один из ключей башни, в астрологической башне, в астрономической башне. Простите. Задание началось. Найдите хитроумные ключи в астрономической башне. Можно полетать? О, можно. А мы просто полетаем еще. Вот так. А я могу прям? Ага! Могу, да? Могу. Стоп, стоп. Оп. Как клёво. Почему я не могу приземлиться? Алло, я бы спустилась бы. Здесь негде спускаться. А повыше? Зараза, прикиньте. И балкончика нет. О, а сюда? Не могу туда залететь. Подстава, подстава. Хорошо. Воспользуемся. Кстати, мне тут заворачивает комната. Вообще-то я карту. Вот. Выручая комната. Астрологическое крыло. Ага. Сюда. Ага. А чё, задание скинулось? Ух ты, блин! Так, а чё-то о драконе? То, что задание надавали. Хитроумные ключи. Разговор с матерью, кстати, ещё отчёт о драконе. Нужно ещё к дракончику сходить. Мы же яичко должны расколдовать, да? A Dedalian key. Wonder where it might lead me. Yeah. Мне надо за ним идти или как? Ревелия. Или я его должна поймать? О. Профессор Шах. А вот ключик, вот эта штука. How do I get this key in there? Ну как вставить в него ключ? А как? Шлепнуть? Шлепнуть? Шлепнуть! Извини, пожалуйста, шлепнуть. А как мне шлепнуть, блин? Подожди, а как тебя? Ну. Да блин! Я бы бедолажку расплющила. Давай пролетай мимо замка. Он обиделся, да? Оп! Шлёпнули, боже, кто это придумал? Ой, забавно. Жетон факультета. Ну-ка. Блин, я не хочу слушать. Не хочу. Если кому-то интересно, напишите в комментариях. Я к ней подойду и запишу специально. Честно, неохота. Ага.
такой же разговор будет. Жетон, блин, вы видели? Шлепнуть. Кто это, блин, придумал, зараза? Ой, вручай комната. Раз уж я здесь, давайте я расколдую свои эти причиндалы. Обязательно, да. Так, ага, у нас крутая шляпка какая-то, да? Шляпка, 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 которая более мощная. 24. А теперь мы делаем вот так. И делаем вот так. Все. Кстати, коллекции. Надо что-то опять позабирать, да? Или нет? Это все, что я нашла, да? Да-да-да. Коллекционка. Я правильно понимаю? Испытание. Задание. 63% заданий-то. Получить награду. Смотрите, задание 63, бой 47, исследование всего 19. Страница руководства 60%. Вручая комната. 29%. Ту игру на 100% проходить капец как долго. Общий процесс 43%. Забавно. Шлепнуть, блин. Я никогда не забуду шлепнуть. Ну-ка. Давайте что-нибудь изменить попробуем. А это не работает на ней почему-то. Хотя странно. А, во. Шлепнуть, блин. Не могу, я все хохочу. Затем шлепнуть. Бежали быстрее. Кстати, а вот тут, по-моему, был кабинетик такой. И тут замок был. Какой уровень замка? Опа. Взламываем. Молодец. Что тут есть? Сундук. Записка. Не для игр в классе. О! Маска с психической психиатрической больницы. Клёво. Ой, это мы куда выходим? Это куда? Забавно. Коллекционка. Уровень 2. Слушайте, новое задание дали. И Бастин. Они все хуже. Есть хоть малейшая вероятность, что реликвия из книги заклинаний не поможет, и я обязан найти. Прошу тебя помочь. Блин. Мы ему поможем, но... Как бы мы бы не наворотили дел. Это камера, да? Вот тут сундук есть. Все? Прикольно. Балкончик. Потайные комнаты мне нравятся. Это бесспорно клево. Все, пошли. Я эту дверь очень в начале игры еще пыталась скрыть очень долго. Хотела, не могла. О! Опять эти ключики были. Ключи какие-то.
Блин, как далеко она находится. Просто жесть. Мне удалось вставить замок в хитроумный ключ. Замечательно, что же было в шкафу. Какой-то необычный жетон. Похоже на жетон факультета. Наверное, они нужны, чтобы открывать сундуки факультета. Я их так называю, потому что видела один в гостиной Гриффиндора и знаю, что в других тоже есть такое. О, у нас уже есть сундук. Такие усилия должен быть... Вот. А, сундук Пуффендуя? Погнали. Искать сундук. Я люблю сундуки. Сундук Пуффендуя, это очень клёво. Сундук, Пуффендуй. Давай. Гостиная Пуффендуя. А сундук где? Блин, здесь нельзя бегать. Здесь был сундук. Твою налево, он все это время был здесь? This must be my house chest. I just need to insert the... Seems I'll need to find more house tokens. Больше жетонов факультета, причем немало. Ага. 1 из 16. А как я их найду? Это ключ или что это? Мне кажется, какой-то фигней занимается. Не, класс. Это как-то обозначается мне вообще? Или я должна чисто на бум найти? А что в этом сундуке будет? Интересно. Блин. Поняла. Короче, мы должны будем искать ключики. Правильно? Просто в Хогвартсе они будут летать. Правильно? Попадаться будут. И, собственно, все. Блин, еще одно очередное задание, собираловка. Yes, I told you. You're very clever. Clever. Правильно. How offensive. Next line, a genius. Happy now. Это мне не нравится, если честно. Что мне еще какие-то ключи придется собирать. Блин, ну мне же интересно, что там в сундуке, зараза. Мне же придется бегать здесь. Искать эти дурацкие ключи, епоку. О, тетенька. Такая мадам пышка. Полный дамы. Ладно, ладно, полная дама. Портрет полной дамы. Без П. Ну и чё здесь? Ничего, да, больше? Ладно, пошли отсюда. Так, с тобой я общалась. Здесь была закрытая, кстати, местность. Я помню это. Разблокировать. Ревелия. Второй уровень, да? Ничего сложного, блин. Перчатки эльфийские какие-то. И
собственно, все, да? Сундук. Рябиновая тварь. О! Ключи. Мне нужно найти ключ. Значит, здесь должен быть ключ, ребят. Вот в этой области должен быть ключ летать. Надо же мне его активировать. Вот он, вот он. А как мне тебя? Так, вниз идет. Класс, да? Давай. Шлепнуть. Давай. Давай еще раз поближе к центру. Оп. Попали. Шлепнули. Жетон факультета. Хорошо. Мы нашли второй жетон факультета. Ага. Блин, здесь много всего. Второй уровень. Так, еще сундук. Заблокированный тоже заранее. А что на третьем уровне будет? Такая же фигня, да? Бессмысленная. Записка бесполезная. Не хочу читать. Писаний на порой много. Сундук. Кровать такая. Сбери. Так. Я разве не открывала? Ну-ка, сгоняем-ка сейчас. Ну-ка, так, третий уровень, видите? Пошел. Закрытый. В этой части я особо и не погуляла, если честно, я помню. Во! Так, ты куда-то полетел? Куда, 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 куда? Здесь еще одна, это, с ключом, да, есть? Куда он улетел-то? А, во, надо же. А чё так все в одном месте? Я опоздала. Шлёп давай, шлёп. Оп, шлёп. Хорошо, жетон факультета. Здесь что-то было? Здесь у нас был этот сундук. Угу. Ой, туалет. И все. Ни хрена, вот здесь вот эта страничка. Давай, собери коллекцию. Поехали дальше. Наверх. Иди сюда. Так. Здесь была тоже статуэтка, я ее забирала, я помню. Так, закрытая. А здесь чисто сундук такой, да? И опять записочка. Кровать, комнатка такая, блин. Кто здесь спит, интересно. Слушайте, направо уйти и налево. А я тут пришла, все, поняла. А ты тут такая будешь стоять, да? Тут есть куда идти еще больше?
Мы можем вниз спуститься, ребят, смотрите. А, мы сюда не дошли. Здесь какой-то механизм, кстати, работает. Опять сундук. Сундуков понаставили, капец. Еще? А как мне на ту сторону попасть? Смотрите. Там вот внизу еще. Как туда спуститься? Вон лестница. А, с другой стороны, да? Во-во-во-во. Во! Может, мы куда-то выйдем вообще? Смотрите, прям шестеренки. То я не буду там закрывать. Так, опять сундук. Че, все? Мне тут больше нечего ловить, что ли? Серьезно? Я зря сюда прошлась. А вот вниз как? Там внизу дверь. Вот внизу дверь. Как попасть вниз? Хочу вниз. Я же шлепнусь. Я не могу туда даже прыгнуть. Блин, подстав, ебок. И лестницы не вижу никакой, честно. Ну, все, да? Странно. Не знаю, ребят, как попасть туда пока. Часовой механизм. Ладно, уходим отсюда. Так, это я поднялась оттуда. Так, подождите. А, это второй этаж. Вот тут, по-моему, тоже ничего, да? А, здесь был сундук. Ладно, валим. Так, что у нас там по заданию? Пойдемте поговорим с матерью. Она у нас вроде так, я надеюсь. Она здесь, кстати, да? В Хогвартсе. Клево. Себастьяном, это нам в катакомбы нужно. Раз уж мы тут бегаем, давайте здесь закончим. Немножко локацию вам показала. Блин, здесь тоже это фигня. Давай. Панцирь черепахи. Клёво. Да смейся. Сюда. Во. Красотка, красотка. В смысле, мне сюда идти? А, во. Во! Я не дошла, да? Потайной ход был. Задание у нас там было, мы там проходили. Господи, вы напугали меня. Говорят тут. Дурачки, что ли? Ладно. Фиг с вами. А можно еще ключик? Я не против еще там ключики найти. Мы нашли 3 из 16. То есть, в принципе, не так много и осталось.
Давай быстрей, шустрей. Игнатия. Сейчас будем ругаться с мамой, да? Ну давай. So frustrating. О, какая досада. О, это ее мама. Мама, ты хотела поговорить? Я надеялась поговорить с тобой наедине, Натсай. Ты написал, что тебя тревожит странное существо, которое видели в лесу неподалеку от Хоксфорда. Это могло быть что угодно. Ты прекрасно знаешь, что это было. Но мне ведь можно покинуть школу? Покидать школу, когда захочу. Осторожно. Так не думает. Она прислала мне с собой сообщение, что ты пыталась собирать какие-то доказательства против темных волшебников. А читала мне за то, что плохо приглядываюсь с тобой, и она права. Я не хочу, чтобы ты ходила в Хоксмит какое-то время. Мама, но... Моя маленькая газель. А, газель? У тебя добрые намерения. А почему газель? Знаешь, если бы кто-то впутался в них, отец был бы жив. Мне пора в класс. Может быть, ваши друзья сумеют убедить вас прислушаться к глазу рассудка. Какая досада. Она никогда меня не слушает. Она назвала тебя маленькой газелью. Ласку зовут детей. Нет, это мое личное прозвище. То странное существо в Хоксмиде, о котором она говорила, это я. Хоксмиде не учат трансформации, так что меня мягко отговаривают ей заниматься. Но я все же анимаг. Я превращаюсь в газель и могу свободно бегать по Нагорию, но могла до сих пор. Моей матери все это сильно не нравится. Так вот, мне удавалось следить за Руковдом. Блин, газель у меня ассоциируется с машиной. Она превращалась в газель и бегала. Представьте себе эту картину. Теперь понятно, что она имела в виду. Какой удивительный талант. Да, я обожаю превращаться, а вот моя мама от этого не в восторге. Короче, куча браконьеров и опасно. Еще она якобы предвидела беду, которая случится со мной, когда я буду. Но она постоянно использует свой дар предвидения, чтобы меня контролировать, так что я больше ей не верю. Твоя мама не должна нас остановить. Но она мама, она беспокоится о тебе, поэтому это нормально. Блин, ну почему меня дают либо так? Не знаю. Она переживает за тебя, возможно, тебе лучше пока не ходить в Хоксмит. Возможно, это безопаснее. Но мне не кажется, это лучшее решение от тебя. Ты ведь могла сбежать, когда поняла, что Руквуд, Харлоу и Ранрок охотятся за тобой. Я решила брать с тебя пример. Можно разобраться с Руквудом и Харлоу, а не прятаться. Мама не может постоянно следить за мной. Ну, здесь ты тоже права. Пожалуйста. Все? А как бы мне дадут хотя бы типа серии? Задание выполнено, не? Или как это будет? И как это? Что за мостик? А, это та комната, которую я открывала, кстати, да? 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 Куча дверей. Угу. А, это была комната здесь, да? Я уже и не помню, нифига. Блин, глаза стоит. Ты какой, а? Погляди. Меня не видит? Не видит. Оп. Спасибо.
Так, что у нас еще? Ну, теперь пойдемте к катакомбам. А что-то драконе. Подождите, давайте с драконом. Мне интересно, что с драконом. Куда меня отправляет к дракону-то? Угу. А еще по поводу метлы, кстати. Карта Хоксмида. Перемещаемся. Так, я не там бегу. Не сюда. Трун-трун-трун, привет. Расскажи мне, что там с нашим дракончиком. В прошлый раз это было иначе. И не говори, у меня до сих пор кровь вскипает при мысли о той палатке. Я все думаю об этих несчастных драконах на ринге. Они были в ошейниках, похоже, что гоблинского серебра. Я полагаю, что в лагере браконьеров мы нашли именно ошейник. Никогда не слышал, чтобы браконьеры использовали что-то подобное. Дракон, напавший на мою карету, был в ошейнике. Его поведение совершенно сбило с толку профессора Фига. Мне всегда казалось, что это странно, напали будто из ниоткуда. Ты же не хочешь сказать, что ошейники позволяют каким-то образом контролировать этих несчастных? Именно так. Мерлин, не припоминаю, чтобы на драконе, которого мы освободили, был ошейник. Стоит убедиться. Если мы ее найдем, то можем... вернуть ей яйцо. Конечно. Отличная идея. Нужно с этим разобраться. Займусь этим без промедления. Я хотела обсудить с тобой еще кое-что. Не хотела поднимать эту тему раньше. Кажется, я навлекла на тебя еще больше неприятностей, чем Виктор Рукот тебя преследует. Это из Ранрока. Содрунуть еще это с Ранроком, а Ранрок намеревается заполучить то, что я нашла. Фика и я перенесли сюда с помощью портала. Сразу после нападения дракона, то в двух словах не расскажешь, а Фик просил меня молчать. Ничего себе, что это определенно проливает свет на то, что мы видели. Не волнуйся, я надеюсь, сохраню твою тайну, блин. Не будь попытываться в подробности, тем более, что мне уже пора. Хочу найти этого дракона. Блин, получается, всем направо-налево рассказываю. Я скажу тебе, когда что-то узнаю. Хорошо. Короче, она нам расскажет, правильно? Ой, снег. Снег идет. Снег идет. Да блин. Крыса. Мило. А тут замочек висит. Третий уровень. Кстати, когда я первый раз пришла, здесь одни были замки, я ни хрена не могла никуда попасть. А сейчас бегаю, и замков мало, как это работает. Ну, смотрите. Чё дать? Дать на чаю. Давайте разблокируем. Погнали! Что там есть? Чё так темно-то резко было? Ух ты! Вот это сундук! Это какой-то крутой сундук, там шмотка крутая. Такие сундуки там что-то значимое дают. Это клёво. Слушайте, дверь какая-то. Почему там темно из той комнаты? Как это странно. Ну-ка. Оп. Все это время можно было с другой стороны зайти, да? Забавно.
не будем гладить кошку. Все получается как-то так. Как-то нет задач в тени времени. Хитроумные ключи. Где он находится у нас? Знаете, что меня радует? Не появляются новые задания. У нас появились вот ключи. Так, здесь у нас основной сюжет, но туда пока не пойдем. Ох, отправили нас аж сюда. Так, кстати, вот тут я не была еще. Этот кусочек карты еще пока вот закрытый, мы туда не гуляли. Так, ребята, я принесла сюда. Давайте на этой ноте мы остановимся. Вот смотрите, как красиво. Зима во всей красе. В следующей серии продолжим. Мы пойдем в Себастину. Там, я думаю, что-то будет масштабное уже. Поэтому всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока.